Для каждого Майдан свой. Майдан нельзя мерить общую температуру по палате. Майдан был на втором этаже, где сидели лидеры, где за кабинетом стояли секретарши, нарезали бутерброды, и они в тепле встречались с послами. И Майдан был на улице людей, которые жили в палатке. Майдан был киевлян, которые водили людей иногородних к себе домой мыться, подкармливали. Это были разные люди. Знаете, почему разные? Потому что те, которые были на Майдане, на площади, они хотели изменить страну. А те, которые были в кабинетах, они хотели занять позиции тех, кого свергал Майдан. Почему я лучше отношусь, извините меня, к банде Януковича, чем к нынешней? Да потому что у меня не было претензий к Януковичу. Он никогда не агитировал меня любить страну, не ходил в вышиванки, не танцевал, ничего не делал. Мы понимали, что они барыги и грабят. А эти нам рассказывают, что если ты выступаешь против чего-то незаконного, против ограбления своего народа, ты сразу агент Кремля.